Всем привет! С вами Андрей Сонар, и сейчас буду показывать нашу уникальную разработку, которая не только замечательное плавсредство, но еще интересный дизайнерский аппарат. Это наш САП самолет или истребитель, или ракета. Мы еще не придумали ему название, потому что он одновременно похож на какую-то противокорабельную ракету и на истребитель не менее чем 7-го поколения. Этот САП имеет крылышки, но эти крылышки функциональные. Почему? А потому что на них крепятся парные весла. Уникальность этого САПа состоит в том, что он предназначен для того, чтобы грести на нем не стоя, а сидя с помощью парных весел. И мощность гребли парными веслами, безусловно, выше, чем гребля одним веслом стоя. Да, весла, конечно, сюда подлиннее напрашиваются. Ох, какой красавчик! О, хорошо-то как! У-ху! Вот это зверь машина! Я САП-истребитель, мотор мой весло, водичка моя обитель. Блин, шикарно идет. Ху-ху. Слушайте, друзья мои, вот это агрегат, вот это я понимаю. Он чуть ли на глиссирование не выходит, настолько он быстрый под веслами. Погнали коротенькими веслами. 4,2, 6,2, 7,3, 7,7, 8,1, 8,3. Не, коротенькими все-таки плохо. Весло должно минимум на полметра быть длиннее. Камера на затылке. Я САП-истребитель или где? О! Ай! Ага. Зеваючи. Не напрягаясь так. Оп! Оп! А прикинь, с нормальными веслами, как бы он. Весла точно на полметра длиннее. Эти вообще коротышки. Вперед можно аж двоих усадить. Да. Худенький. И назад одного. Так я сидушку делал специально, чтобы, знаешь, спиной какую-нибудь девушку посадить и катать. Спиной к спине. Вот это да, вот это ракетища, вот это истребитель. Сейчас его с трудом удерживают, потому что дует сильный ветер. Такую вот 5 почти метровую ракету удерживать. Вот такой получился замечательный у нас САП-истребитель. И
Стрельнет он, наверное, по полной на фонтан Касапи. Опять буду девушек куканить, на веревочке таскать. С вами был Андрей Сонар. Всем пока.